Телеканал «Беларусь-3», в то время, когда многие гонятся за рейтингами, сохраняет свое развитие и не теряет душу. От Центра культуры «Витебск», от дирекции «Славянского базара» и всех проектов, которые мы совместно реализуем, а телеканал «Беларусь-3» о них рассказывает, разрешите поздравить телеканал с десятилетием. Каждому сотруднику крепкого здоровья, больших-больших телевизионных охватов и только вперед. Следующие 10 лет будут еще ярче.